Дорогие друзья, сегодня мы подводим определенные итоги. У нас небольшой юбилей. Практически ровно год сотрудничества Российского культурного центра и группы российских и американских художников, объединенных в группу «Искусство вдохновения». Год был действительно очень насыщенный и очень интересный. Прошел целый ряд экспозиций, концертов, выставок. И каждое новое появление искусства вдохновения в этом культурном центре действительно абсолютно меняло нашу жизнь и представляло американской, вашингтонской публике какие-то абсолютно новые впечатления о творчестве российских и американских художников, открывало новые имена. И действительно, вот сегодняшняя праздничная наша юбилейная выставка является кульминацией этого года. Действительно, уже на абсолютно новом профессиональном и художественном уровне мы подводим итоги этого года. Многие художники выставлялись уже неоднократно в Российском культурном центре за этот год. Многие стали нашими очень хорошими друзьями. Нам очень приятно вновь и вновь встречать этих прекрасных, замечательных людей и художников в нашем доме, в нашем Российском культурном центре. И мы надеемся, что в следующем году мы также продолжим нашу работу, продолжим наше сотрудничество, и будут новые выставки, будем делать новые открытия, будем знакомить американскую, вашингтонскую публику с лучшими представителями. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать в Российский культурный центр, посольство России в США. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Dear ladies and gentlemen, welcome to the Russian Cultural Center, which is part of the Russian Embassy here in the United States. And we are very glad that you are here tonight with us. As the Russian Cultural Center, we offer a number of cultural and educational programs to the American public here, and one of the programs I would like to let you know about is our classes of Russian language. So you are free to join. We have information on our website. It's kind of the next question for those who is of Russian heritage and would like to visit Russia, would like to learn at least some Russian before you go. So we even have some free classes for beginners for about 2-3 months. You can study the basics of the Russian language and be prepared if you would like to go to Russia. So please join our website and find the information about our free classes of Russian language here. And tonight we have a really nice, wonderful cultural event here. I'm really thankful to Things to Do in DC. Thank you very much for bringing such a nice crowd for us tonight. And I would like to announce a few people who participate in this presentation. And one of the first people I would like to announce is Vladimir Andreev. He's president of Art of Inspiration. It's a fund that unites Russian and American artists, and you can see the beautiful paintings here in this building tonight. So this group is about 60-70 artists that come from different regions of Russia and different regions of the United States. So please welcome for a few opening words Vladimir Andreev. Я очень благодарен этому дому за то, что сегодня моя команда. Команда Art of Inspiration находится в этом доме. Год назад здесь проходила большая, огромная выставка наших работ. A year ago there was a large exhibition of our works in this beautiful home, and we are back again. В течение последующего года мы сделали около 14 выставок на территории Америки и на территории России. И сейчас проходят выставки в городе Воркуте, в России, в
городе Волгограде, в городе Москве. И вот сегодняшняя выставка, которая завершает наш творческий год в этом прекрасном, совершенно уникальном доме, доме русской культуры. Throughout the year, we've had over 14 exhibitions in this land and, of course, in Russia. And we are glad to finish the year off here and start anew. Наслаждаюсь здесь этим творчеством, и я хочу просто сказать вам о том, что вот художник, который определен двумя картинами, которые висят впереди вас, он буквально три года назад продал на Сотсбе 53 свои работы. Это уникальный художник, который способен решать очень многие творческие, и многие коллекционеры желают приобрести его работы. The works hanging behind you here are of one of the artists that sold over 53 works as is, and he has just joined the team, and we're very lucky to have him on board. Еще раз спасибо вам огромное. Наслаждайтесь нашими работами, моей командой, которая представила вам эти работы. И будьте счастливы, и будьте с нами. Enjoy the works, enjoy the evening, and you know, definitely be with us and part of this culture in and of itself. Thank you so much. Очень важно для всех, как бы, понимаешь, все это. Сейчас можно. Сейчас. My name is Kip Yost. I'm from a small town in the mountains in West Virginia, about 5 hours west of here. Anyway, I lived here in the D.C. area about 10 years and enjoy it. It's this is my first embassy experience. I just wanted to come out and just be a sponge and see the culture and really enjoy it. So hopefully we'll get to see you out here again soon. Culture and to try some Russian food and to observe some dancing and to try, of course, Russian vodka. Bo? Yeah, food was great. What do we have over there? Meats, some pierogies, pickles were fantastic. Everyone tried a little Russian vodka, na zdrovye, and some Baltica 5. Нам всем очень было хорошо и приятно праздновать и отмечать нашу великую русскую культуру. У нас танцевала детская школа, девочки танцевали русские народные танцы и пели русские народные песни. Я извиняюсь, сейчас очень много музыки и много людей, но наш вечер удался. Всем очень понравилось.